А перед началом ролика я бы вам хотел порекомендовать подписаться на мой новостной канал Telegram, в котором вы раньше всех будете узнавать о новых проектах, о новостях, и также я там публикую постоянно свежие выплаты. Также можете узнавать о новых раздачах токенов, о криптовалюте и много еще чего интересного. Ссылка в описании. Ребята, всем привет! Вы на канале Интернет и Деньги. Несколько дней назад у себя в новостном канале Telegram я сделал пост о том, что захожу в новый проект Партизан. Честно говоря, на блог я добавлять его не планировал, хотел зарабатывать здесь просто втихую, но все-таки решил поделиться возможностью, потому что возможность действительно классная. В партизанах можно неплохо зарабатывать, хоть там и процент поменьше, но все-таки там более стабильный заработок, чем в обычных хайпах. Потому что в хайпах, как мы знаем, в большинстве случаев очень высокие проценты, а здесь мы стабильно зарабатываем по 1% на протяжении того времени, который дает нам тарифный план, смотря какой партизан. Конечно же, бывает такое, что некоторые партизаны тоже долго не работают, но мне поступает кое-какая информация, в какие партизаны заходить и когда из них нужно выходить. Например, если вы в курсе, у меня на канале есть еще один партизан, который называется Крипто Плюс. Я там уже прошел по 10 дней 4 круга и сегодня сделал реинвест на 5, ребят. 4 круга я уже прошел и заработал 44% чистой прибыли всего за 40 дней. Это довольно-таки неплохо. Ну что ж, давайте приступим к новому партизану. Называется он Coin Generation. Как видим, как обычно в партизанах, дизайна никакого вообще нет. Просто нажимаете кнопочку регистрация, проходите регистрацию и все. Далее создаете свой вклад и зарабатываете. Тарифный план здесь всего один. Предлагает он нам 1% на протяжении 18 дней. То есть за 18 дней мы зарабатываем 18% чистой прибыли. В принципе, не так уж мало, я бы сказал. Ну что ж, давайте я зайду в кабинет. Как видим, на депозитах у меня $10, то есть я уже сделал свой вклад сразу в тот же день, когда сообщал у себя в новостном канале Telegram, поэтому советую вам туда подписаться, чтобы вы получали информацию прежде всего. Давайте перейдем в раздел операции. Вот здесь вот это можно посмотреть. Пополнение на $10 и вклад на $10. И вот мне уже пришло 6 начислений, соответственно, от $10 1% 10 центов. То есть каждый день вот такую сумму я зарабатываю. Минимальный вклад здесь $5, максимальный 100. То есть есть вот такие вот лимиты. И минимальная выплата 50 центов, то есть $0.50. Выплаты здесь инстант, так что выплату я вам тоже в этом обзоре покажу. Соответственно, поскольку это партизан, то работает он только с платежной системой Perfect Money. Ну и как обычно в партизанах партнерская программа всего 1%. Давайте покажу, как создать вклад. Я, конечно, создавать другой вклад не буду пока что. Просто вам покажу принцип. Нажимаете кнопочку «Пополнить». Далее Perfect Money. Вводите сумму, например, $10. Нажимаете «Создать». Как видим, далее нас перебрасывает на Perfect Money кошелек. Здесь вы нажимаете «Создать платеж» и далее уже по инструкции все проделываете. Я платеж отменю, потому что, как я сказал, новый создавать не буду. После пополнения необходимо перейти в раздел «Депозиты» и вот здесь вот нажать кнопочку «Сделать вклад». И у вас будет создан депозит. Вот, как видим, как раз видно мой депозит в размере 10 долларов. 6 из 18 начислений, то есть я уже вернул 38,72% от своего депозита. Через 43 минуты, кстати, мне придет новое начисление. Ну что ж, мы, конечно же, ждать не будем, а закажем выплату. Итак, давайте вернемся в кабинет, где у нас была кнопочка «Вывести средства». Я уже чуток запутался. Операции. Вот у нас в операциях есть кнопочка «Вывести». Нажимаем на нее. Perfect Money. Прописываем сумму 0,60 центов. Нажимаю «Создать». И нажимаю «Подтвердить». Как видим, статус заявки выполнена. Если перейти в кабинет, вот выведено 60 центов. И в операциях тоже должно это отображаться. Да, заявочка выполнена. Perfect Money 60 центов. Ну что ж, переходим на кошелек Perfect Money. Давайте я обновлю страничку. И вот, как видим, плюс 0,60 центов. Так, пишет или не пишет, с какого проекта.
К сожалению, не написано, что это именно из Coin Generation, но мы это с вами знаем, что это именно из данного партизана. Так что, как видим, проект платит, и в нем можно неплохо зарабатывать. Тем более, как я и сказал, 18% чистой прибыли за 18 дней – это не так уж и мало. Кому интересен такой вид заработка, ссылку я оставлю в описании. Кстати, подписывайтесь на мой новостной канал Telegram, потому что там, скорее всего, я тоже буду сообщать, когда из данного проекта нужно выходить. Ну а на этом все. Вы были на канале Интернет и Деньги. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.